Взагалі, слідчі, прокурори пояснювали, чому відпустили саме зараз? Це з'явилися, виходить, якісь, можливо, вашої сторони докази вашої непричетності? Ну, чому не відпускали, наприклад, раніше, а от зараз відпустили? Ну, слідователі, прокурори такої не об'ясняють, це ж не з їх сторони, скажімо так, відбувалося, тому що вони на апеляцію подавали о том, що вони не согласні з апеляційною нашою жалобою, ну, клопотанням. И они просили продолжение ареста. На последнем суде, когда судья задал четко вопрос прокурору о том, что есть ли у вас что-либо из доказательств, кроме психологической экспертизы, ну что вообще же странно звучит, психологическая экспертиза как доказательство, то прокурор четко ответил нет. Ви кажете не СІЗО, а ви були в іншому місці. Розкажіть більше про це. Що це взагалі за місце? Це такий достатньо строгий ізолятор, тобто у тебе нету ніякої зв'язки з внешнім світом, крім як телевізор, ну от він розрішено, щоб знаходився в камері, ну і зв'язь з адвокатами. Ну, от, три рази у мене було свідання, але це свідання було тільки через стекло, тільки через телефон. То есть это достаточно такое заведение, оно создано, насколько я поняла, именно на, в тех случаях, там людей длительно содержат, да, когда считается, что есть угроза их жизни. Ну, вот, когда мне это объяснили, я, конечно, очень немножко поулыбалась, вот, и сказала, что, знаете, пока ко мне, собственно говоря, не пришли и не попытались как-то меня вот в это дело Шеремета, значит, втиснуть, говорю, и моей жизни вообще ничего не угрожало, пока в ней не появились вы. Я была в камере, рассчитанной на два человека. Я не могу сказать, что это какие-то очень катастрофические условия. Нет, абсолютно. То есть это камера, там две койки, тумбочка, столик небольшой, санузел, раковина. Ну, вот, я ее вымыла, у меня было, в общем-то, в камере все всегда достаточно чисто. Ну, трехразовое питание, простенькое, но... как бы диетическое, но абсолютно адекватное. То есть я не могу сказать, что там изоляторе временного содержания, я по другим учреждениям не была и надеюсь, что не буду и не узнаю. Но какого-то там ужас такого не было. Можете розповісти про слідчий експеримент, коли вас вивозили саме на місце? Этот следственный эксперимент, на мой взгляд, уже изначально, конечно, был странный. Во-первых, потому что в кадрах 16-го года идут две фигуры. Вот, и когда меня привезли и стали водить без Андрея Антоненко, да, так как мы оба подозреваем, мы идем, что это вот, вот те вот две фигуры подозреваются, что это мы, было понятно, что следственный эксперимент уже нарушен. Потому что две фигуры сравнивать с одной фигурой практически невозможно. Вот. Мы, конечно, были заинтересованы, чтобы мы прошли вдвоем, потому что в этом случае очень хорошо видна разница в росте, которой нет у тех двух фигур 16-го года. Вот. Но провели меня одну, провели еще и на, собственно говоря, цепи, по-другому не скажешь, вот, которая изменяла очень сильно движение. И, конечно, само собой было, разумеется, что в выводах экспертов было о том, что этот следственный эксперимент абсолютно ничего не показывает, так как ну, нарушены все правила его поведения, те, которые должны были быть, чтобы можно было что-то как-то устанавливать. Андрея тогда, насколько я знаю, привезли и увезли, потому что не пришли его адвокаты, которых вовремя не предупредили. Да мы не могли даже добиться, чтобы нас с Андреем вместе сфотографировали рядом. То есть это была постоянная просьба, потому что очень хорошо, я же говорю, видна разница в росте 14 сантиметров, которой нет у этих двух фигур. И все наши просьбы, просто поставьте нас вот у стенки и сфотографируйте. Вот, она так и не была выполнена. Мы хотели пройти полиграф, ну вот мы сразу подали заявки, но ну вот, с условием тем, что этот полиграф мы будем проходить не в КНИСЭ, не у той группы экспертов, которая уже составила вот эту психологическую характеристику, которая сейчас будет рассматриваться на коллегии Минюста. Ну, потому что это было бы странно. Мы бы уже тогда на коллегии Минюста не рассматривали ни одну экспертизу, уже все остальные вместе взятые. Вот, поэтому в заявлении, когда меня привезли, я написала о том, что я готова проходить полиграф в присутствии своего адвоката, но с другой группой эксперта, желательно с международным участием. На следующий день в это...
кто-то из представителей МВД просто сказал о том, что я и Антоненко, потому что Андрея, собственно говоря, такое же было требование, сказали, что мы просто отказались пройти полиграф. Это не так. Мы просто попросили другую группу экспертов и, в общем-то, желательно те, которые имеют какое-то международное имя. Взагалі, як проходять допити і чи випадково вам не погрожували? Ні, угроз ніяких не було. Допросы проходили, то есть, я всегда соглашалась, чтобы это было в присутствии именно моего адвоката. Вот, но я по максимуму, то есть самый вот первый допрос, который был, по-моему, это декабрь еще месяц или январь, но что-то вот сразу буквально после задержания у меня тогда дни слились, и я немножечко была потерявшаяся. Вот, я старалась отвечать максимально развернуто на все вопросы. Вот это я помню, то есть я с подробностью вот на каждый вопрос пыталась рассказывать, что да, вот, конечно, мы с Андреем знакомы, вот, ну, там, не зарадовая лечая рийской расы, вот, извините, потому что я вызвала машину такси, такси, когда ехала ко мне, сбила на перекрестке его жену с ребенком, это зафиксировано, это есть там ЕРДР, там, и так далее, что я готова была выступать как свидетель, если надо, на суде, потому что, ну, я вызывала, у меня в телефоне это все есть, вот, и я видела это. То есть вот подробно это все и так далее. Уже, наверное, мы только отказались от каких-либо допросов. Мы постоянно заявляли просьбы о совместных допросах, например, меня с Андреем, меня с Яной, всех нас втроем. Но так как эти допросы нам предложили провести уже буквально за день до закрытия досудебного расследования, то было ясно, что эти допросы, они уже никому не интересны. Вот, и мы уже тогда просто отказались, потому что, ну, никакой информации с нас, вот обработка этой информации за день не произойдет, разве что придерутся к каким-то очередным словам. Всі підозрювані, за версією слідства, причетні до цієї справи, якби свою вину не визнають. Скажіть, будь ласка, от чому ви думаєте, чому обрали от саме вас? Тогда просматривались тысячи телефонов людей, которые были там, я не знаю, в течение какого периода времени в центре города. Вот, это очень удивительно, потому что, по-моему, через центр города там, ну, раз в три дня проезжает каждый из нас. Я, например, проехала через центр 18 числа, то есть это было за два дня до того, как погиб Павло Шеремет. И мой номер 18 числа зафиксировался в центре города. Я так думаю, что все-таки так первопричины, ну, по крайней мере, как это написано там в подозрении, вот даже уже в обвинительном акте, ну, в обвинительном акте это вообще очень весело написано, что искали людей с низкими, как это, низкими моральными качествами, вот, и обратили внимание на волонтерский круг. То есть как-то так подразумевалось, что если искать людей с низкими моральными качествами, то это надо идти к волонтерам. Вот это несколько странно, но похоже, что это было так, потому что, ну, как написано, что раз это волонтеры, вот, которые оказываются у нас люди с низкими моральными качествами, а они еще ездили на Донбасс, ну что логично для волонтеров, да, в период войны. Вот, а раз они ездили на Донбасс, значит, они уже владеют оружием и взрывчаткой, вот, значит, они вообще прекрасно подходят на роль убийц Павла Шеремета. А що ви взагалі знаєте про інших підозрюваних і, ну, що ви взагалі думаєте про них і про, ну, чи можуть бути хтось із них таки причетний, наприклад, до цієї справи? З Андрієм ми дійсно знайомі з 16-го року, обстоятельства я розказала. Мы действительно дружили, мы вместе ездили после этого в АТО, после того, как уже подружились, как-то разобрались немножечко вот с этой вот ДТП, выяснили, что мы оба волонтеры, Андрей тоже был волонтером, договорились о совместных поездках, потому что, ну, одной машиной это как-то и меньше топлива, и больше КПД от поездки волонтерской. Ну, то есть я везла ребятам то, что они там заказывали, а Андрей ехал со своей музыкальной программой выступать. Ну, действительно, да, общались, созванивались, есть вопрос только один, называется «И что?». Вот. Я всегда спрашивала на суде, говорю, ну вы же имеете все наши переписки. Я сразу отдала, то есть с момента задержания я отдала свой телефон, вот, и в последующем я дала все доступы к, там, к фейсбукам, к мессенджерам, то есть к электронной почте. Читайте, ну, бояться абсолютно нечего. И когда говорится, что, боже, они там столько раз там за год созвонились. Ну, во-первых, с момента, как мы познакомились, до момента, вот до того дня, как убили Павла Шеремета, мы наговорили по телефону аж 40 минут суммарно.
да, то есть это за полгода. Вот. У нас там куча нулевых соединений, когда Андрей был в АТО, и никто друг на друга не мог дозвониться. Но это тоже считается, что мы общались. Вот. И у меня вот вопрос. Вы видели все мессенджеры, вы видели все переписки. Где там хоть одно слово про Павла Шеремета? Даже не то, что слово, хоть какой-то намек. Вот, где оно? То есть, да, можно сказать, вот они созвонились там столько-то раз, они списались столько-то раз. Хорошо, прекрасно, люди созваниваются, списываются, общаются. И что? Вот. Это в отношении Андрея. С Яной Дугарь я вообще познакомилась, это был октябрь 2019 года. И выделились мы с ней аж два раза до этого. А Андрей первый раз Яну, точно знаю, что Андрей первый раз Яну увидел, когда попытались провести совместный допрос, это уже был май месяц 2020 года. То есть он ее вживую до этого никогда не видел. А что взагалі думаете про главный мотив справы? Сирийская раса, это, конечно, очень замечательно, потому что это было настолько как-то дико. Вот. Я очень возмущалась, говорила, я не могу понять. Я где-то свастику на стене нарисовала. Ну, там, вы у меня там нашли там портрет Гитлера. Ну, хоть что-то, откуда вообще это могло взяться, да? Ну, как? Вот. Андрей страшно возмущался, что он наполовину еврей, у него звезда Давида на ноге татуировка. Он всю жизнь жил на этом Евбазе, еврейский квартал. Мотив, конечно, был изменен на дестабилизацию в стране и последующее проведение акций. Вот. Что тоже удивляет, ну, во-первых, да, какой бы там уважаемый человек ни был и так далее, создать дестабилизацию убийством одного человека, но ну, я не знаю, это, наверное, как-то очень странно. К тому же, если уже смотреть по факту, да, что человек действительно погиб, журналист был убит, вот, но это не вызвало ни дестабилизации, ни акции. То есть, откуда этот мотив? Коли-небудь у своєму житті якось ваші, я не знаю, там, дороги вашого життя пов'язувалися з СБУ? Я це називаю бандіадою. Я слышала эти версии. Самое интересное, что мне ни одного разу, ни на одном допросе не задали вопрос из серии «А как-то вы связаны с СБУ?» Вот, отвечу так. Я не агент СБУ. Я никогда не работала на СБУ. Я никогда даже никакие общие там дела и так далее с СБУ у меня в жизни не было. Из знакомых в СБУ муж моей подруги работал в СБУ. Но мы с ним познакомились в 2017 году, когда они, собственно говоря, поженились. Ну вот, и общались, ну, как с мужем моей подруги. То есть, понимаете, ребята, которые работают в СБУ, они тоже женятся, у их жен вообще-то есть там друзья. Вот, они точно так же могут сесть там, поесть шашлык, да, и поговорить о том, какая погода, что там у нас там в новостях происходит и так далее. Ця подруга, про яку кажете, це Василиса Мазурчук, так? Да. 1 лютого Андрій Портнов оприлюднив аудіозаписи, на яких нібито ви разом з Василисою обговорюєте те, как потрібно провести реформу в СБУ? Сидят две барышни, одна в декрете вообще сидит, вот, вторую скучно, ну вот, и обговаривают, значит, там у барышни, которая сидит в декрете, муж работает в СБУ, и она там жалуется о том, что там какие-то сокращения идут, ну, как любая женщина, которая переживает, собственно говоря, сидя в декрете за работу мужа. Вот. И что-то мы там обговорили по поводу реформ. Ну, прекрасно, я еще обговариваю реформы там медицинские, потому что это по моей этой. И вся страна обговаривает точно так же реформы, футбол и все остальное. Но от этого никто в футбол не начинает играть. Вот. И никто не реформирует, сидя на кухне, ни СБУ, ни медицину, ни социальные какие-то сферы. Это разговор просто и все. Василиса оприлюднила скріншоти переписки з Артемом Шевченко. Це прес-секретар Арсена Авакова. Там у цих переписках вона запитала, що це взагалі за цирк, що оприлюднив Андрій Портнов ці записи. І сказала, скільки можна мучити волонтерів, а він їй відповів, що ваше СБУ кашу заварило, це все зробили вони, а нам тепер розхльобувати. Нехай собі зізнаються, і їм же буде краще. Тоді буде краще всім, бо це все нарешті закінчиться. Боже, для нас, я найду це. Це так мило. А можна тоді узнати? Если МВД считает, что это кашу заварила СБУ, мы здесь вообще при каком? И почему нас тогда, собственно говоря, столько продержали для того, чтобы кто-то в чем-то признавался или что? Я не знаю, кто заварил эту кашу. Я же говорю, я вообще пока 8 месяцев сидела, про дело Шеремета знала меньше, чем вся страна.
Вот. И когда уже все видели вот эти вот видеосъемки, когда кто-то там куда-то ходит, кто-то вроде бы что-то закладывает, я их первый раз увидела месяц назад, когда меня знакомили с материалами дела. То есть вся страна видела, я не видела. Я как тот жираф, до которого доходила всю, ну, через сколько-то там дней. Вот. Поэтому кто что заварил, кто что это. Но я не читала скрины, вот, но с ваших слов я только могу искренне удивиться. На вашу думку, що повинно взагалі зараз статися для того, щоб ця справа, ну, розслідування тут завершилося в цій справі? Розслідування було масштабне. Ну, кстати, дійсно було масштабне. Я бачила, що тільки кусочок виділений, ну, конкретно по нам, із 200 томів 38. Оно очень... Ну, сделано очень-очень много, я так подозреваю, вот особенно в тех томах, которые нас не касались, сколько их там, 162. Да. Сделано, конечно, очень-очень много, и я думаю, что просто это надо прекратить, вернуться на исходную точку, это где-то 19-й год, начало 19-го года, и чтобы следственная группа просто продолжила себе без каких-то вказивок сверху, продолжила себе спокойно расследование дела Шеремета. Не все дела возможно, но я так понимаю, что можно открыть там сразу и по горячим следам. Вот, скорее всего, это действительно дело, ну не скорее всего, это действительно дело очень сложное. Возможно, это будет не через год, не через два, но следствие должно идти нормальным путем. Коли ця вся історія закінчиться, як ви взагалі плануєте жити далі? Ви плануєте назад повернутися в хірургію? Чи, можливо, взагалі ви щось хочете змінити в своєму житті? Я, звісно, дуже хочу повернутися в хірургію, але мене цікавить, коли саме це закінчиться. Тому що хірург – це в тому числі і практичні навички. Вот. Якщо я таким образом за браслетом ще неізвісно, скільки побуду вдома, вот, то це прийдеться якось все відновлювати. Не знаю. Не знаю, я даже боюсь о чем-то как-то загадывать, да, потому что, ну, 8 месяцев назад жизнь сделала какой-то такой поворот. Вот, и я не знаю, куда эта дорога ведет.